Сегодня я на онлайн-тренировке. И сейчас я занимаюсь на шпагате. Будешь показывать. Я уже размялась. Мне осталось только поперечные потянуть бедра. Потом уже я буду делать остальные задания. Может быть, они маленькие, большие буквы не делают, а там надо обязательно так, как ты прислала, чтобы четко было. Давай, давай, тянись. На какой шпагат садится, Наталья Сергеевна? Шпагат с опорой. Высокая опора должна быть. Сейчас я всех настрою вас. С опорой, то есть одна нога наверху, другая внизу, да? Да, совершенно верно. Эвелина, ты на поперечном шпагате у меня сидишь. Кариша, тоже садись на правый шпагат с опорой. Правый шпагат с опорой. Ну что, все? У нас там дальше присоединиться. Так, все, сели все с опорами. Сели все в квадрате. Алиса, руки. Руки убирай. Да, убери ручки на спину. Все, садись. Она тоже разворачивается на правый шпагат. Ты сидишь на поперечном. Придавливаем себя в пол. Родители, пожалуйста, не разговаривайте. Придавливаем себя бедрами в пол. Руки, Лиза, убери. Руки на опору убрали. Да, в противоход, молодец. Полина, помните, да, в противоход. Если правая нога, то левая нога на правой спереди. На бедре должна лежать. Так, там бедру. Придавливаем себя, девочки, в пол. Мне не нравится. Значит, надо сесть без опоры. Кто не может сесть с опорой? Ну, Эвелина, ты можешь сесть с опорой. Почему ты без опоры делаешь? Мне нужно с опорой. У вас уже у всех должны быть шпагат. Это вот передняя нога. Это держи голову. На верхней части либо стула, либо дивана, либо подушечки. Давай ручки назад. Так, все, сели. Я считаю 10 счетов. Поехали. Раз. Ярослава, убирай руки назад. Бедром прогинайся спинкой. Смотрите, большая ошибка в том, что дети уходят плечами. Одно плечо у вас вправо, другое влево. Два плеча, два бедра должны ровно смотреть в экран. В квадрате нужно сидеть. Убираешь ручки назад туда. И раз. Два, Карина, я не вижу. Три. 10 счетов. Левая, Динай. Развернись на правый шпагат. Ты сидишь мне на поперечном. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вереслава. Семь. Ногу выверни. Да. Семь. Восемь. Девять. 10. Поменяли. Левая нога. Поехали. Левая нога тоже... Так, все. На счет три все сели. Саша, нужно включить видео. Видео нету. Кузовникова, Саша. Саша Кузовникова, включи видео, пожалуйста. Ага, все, вижу. Так. Так, все, сели. Сели, сели. Противоход. Молодец. Федотова Полина. Хорошо. Хорошо. Алисочка села бегом. Раз. Руки убери, левая длина на опору.
У меня там байдарина, Соня, как сидишь? Соня. Вячеслава, Вячеслава. Байдарина, Соня, ты сидишь на поперечном шпагате. Вячеслава. Садись на левую ручки ногу, туда бедра на разворачивай на левую ногу. Два плеча, два бедра. Давай, Полина. Раз, хорошо. Ручки молодец, на пол. Молодец, отличная Вера, молодец. Придавливаем себя к полу. Веру вижу. Умница. Так, дальше. Сидим 10 счетов. Девочки, я начинаю считать. Байдарина, Соня, что ты делаешь? Поехали. Раз. Восемь. А Сонечка, там Соня, по-моему, подключилась. Нужно включить видео. Вот кто сейчас подключился. Евгения, видео не видно у ребенка. Пять. Так, шесть, семь. Аня, тоже нужно включить видео. Бедро положи на пол. Семь. Нормально. Разверни. Восемь. Молодцы. Дальше. Встаем. Садимся на попе. Два. Сели все, придавливаем себя к полу. Раз, кто там у меня, Аня. Стопы натянули. Ногу положить. Ну там себе, я до пола. Колени выжмем. Считаю 10 счетов. Сели, никто не шевелится. Раз. Не шевелится. Сели, сидим, придавливаем себя бедрами к полу. Раз. Два, три, четыре, стопы натянула, Аня, пять, кто у меня там, Алиса, там ты его, ноги вытяни, пять, Алисочка, ноги вытяни, я не вижу, как ты сидишь там, пять, шесть, семь, восемь, Алиса, девять. Молодцы. В пол. Аксенова, что у тебя там? Ногу убери и придавливай ногу к полу. Я вас всех прекрасно. Лопатки не поднимаются. Вы должны стойку на лопаточке сделать. Поехали. И раз. Вячеслава, показывай. Раз. Выше. Ну, зажимай, зажимай бедро. Раз. И два опустила. Три. Выше. Четыре. Раз, выше, поднимай, поднимай. Два, три, три, четыре. Раз, руки убери, Полина, вот сюда, прямые ручки. Два, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Добавляем, девочки, ножку. Руки, Алисочка, четыре, выше. Раз, зажали, два, три, четыре, раз, выше, выше бедро поднимаем, раз, две стопа у вас, так, сейчас, секунду, раз, два, три, четыре, поменяли ножку, поехали, и раз, поднимаем бедро, два, три, четыре, раз, два, чья там нога? Нога согнулась в коленочки, прижата большим пальчиком к коленочке. Проверьте себя, внимательнее будьте. И три, и четыре. Молодцы. Дальше ложимся с вами на животики. Легли на животики. Раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Да. И раз. Два. Выше поднимаем. Выше грудь. Нет, вы лежите мне, вы мне подбородок поднимаете. А я что сказала? Федотова Полина, я сказала оторвать грудь от пола. И раз, раз, два, три, четыре. И раз, выше, выше грудь поднимай. Два. Молодец, Лиза, вижу. Аня, должен быть кат.
Не надо его подталкивать рукой, ты должна аккуратно... Шпагат сделай. Смирнова, Сонечка, выше. Вижу. Угу, Лизочка, хорошо. Стоп. И раз. Раз, выше поднимаемся. Раз. И два. Куда-то у нас ушла... Ушла у нас Алиса там слева. Так, и раз. И два. Молодцы. Закончили. Сели на ножки. Который ты ничего не делаешь. Ага. Так, пошли. И раз, и два. Стопы натянула, зажала. И три. И раз, и два. Да, зажимаем. И раз, и два. И три, и четыре. Девочки, вы должны делать быстро. Это очень медленно, натянутыми, красивыми ногами. Что это такое? Ну-ка, зажали ноги. Вот мяч, Карина. Мяч где? Вот завтра нужно приготовить мяч, хорошо? Пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подсчет делаем. Раз, два. Руки натянули. Руки натянули. Не забываем. Работаем и руками, и ногами, девочки. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Стопы натянули. Раз, два. Руки в сторону открой. Руки в сторону. Натяни стопы. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, и два, и три. Ну, работайте стопами. Так, кто у меня? Алиса, зажимаем ниже чуть-чуть. Алиса, два, три, четыре. В стопы зажимаем. И раз, два, три. Хорошо, четыре. И раз, два. Молодцы, три. Mm-hmm.